Принимал парад министр обороны республики генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев. Командовал парадом начальник генерального штаба вооруженными силами республики Южная Осетия генерал-майор Виктор Федоров. Верховный главнокомандующий вооруженными силами республики Южная Осетия, войска Схимвальского гарнизона к параду во знаменование 29-й годовщины образования Республики Южная Осетия готовы. Министр обороны генерал-лейтенант Гассеев. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил жителей республики, напомнив, что постановлением и декларацией о государственном суверенитете, принятым 20 сентября 1990 года, сессией областного совета народных депутатов, Югоостинская автономная область была преобразована в Республику Южная Осетия. Это историческое решение явилось ответом на ряд шагов грузинских властей, направленных на ликвидацию Югоостинской автономии. Сегодня в Грузии снова пытаются угрожать оружием ради решения своих внутриполитических задач, идя на грубые провокации. Наглядным примером тому являются недавние действия грузинских силовиков на границе, несущие эскалацию напряженности. И не случайно Грузия уклоняется от подписания соглашения об отказе использования силы, сказал глава государства. Дорогие сограждане, День Республики, нынешний радостный праздник – это праздник всех, кто создавал и укреплял государственность, кто сражался и трудился ради мирного и достойного будущего нашей страны. Это праздник памяти боевого содружества и нашего всенародного братства. Это праздник, объединяющий все поколения нашего народа и соединяющий героическое прошлое нашей страны с ее прекрасным будущим. Каждый раз в этот день обновляется наша память о пройденном историческом пути республики и становится еще более отчетливым осознанием правильности выбора, который был сделан нами 20 сентября 1990 года. Эта память дает нам новые силы и энергию для созидательного труда ради блага отечества. И каждый год мы с гордостью видим зримые плоды наших усилий. Поздравить народ Южной Осетии с Днем Республики приехали делегации из Москвы, Северной Осетии во главе с Вячеславом Битаровым, Северокавказских республик, а также с Донецкой и Луганской народных республик. Торжественным маршем на параде прошли парадные расчеты Министерства обороны, Министерства внутренних дел, пограничной службы КГБ, МЧС, Министерства юстиции, кадетской школы, военнослужащие, пограничного управления ФСБ Российской Федерации, 4-й гвардейской военной базы Министерства обороны Российской Федерации. Всего 19 парадных расчетов и 6 знаменных групп. Впервые военнослужащие Министерства обороны Республики Южная Осетия на параде продемонстрировали показательное выступление. Народ Южной Осетии за 29 лет становления прошел тяжелые испытания. Сегодня мы живем в признанной независимой республике. Для каждого осетина 20 сентября останется одним из важнейших государственных праздников. Елена Газаева, Азамат Кудзиев, Рауль Кочиев, Алим Битеев. Информационный выпуск сегодня.